Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 15 мая, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. За майские праздники зерно подорожало, Минсельхоз США предрек России едва ли не рекордный урожай пшеницы, а наше правительство увидело причину роста цен на продовольствие в жадности производителей. Подробнее обо всем этом сегодня в нашем выпуске. За майские праздники пшеница на ФОБе прибавила в цене сразу 21 доллар. Средние котировки на пшеницу с протеином 12,5% достигли уровня 274 долларов за тонну, сообщает агентство Совекон. Рост цен был поддержан стремительным укреплением мировых котировок на бирже. Основная причина роста остается прежней. На зерновом рынке стремительно дорожает кукуруза в связи с возможным неурожаем в Бразилии. На прошлой неделе на Чикагской бирже кукуруза прибавила в цене сразу 9%. По данным Совекона, экспортеры российского зерна начали оживляться, возобновили закупки, и цена спроса выросла до 15 600 рублей за тонну. Если верить Росстату, запасы зерна у сельхозпроизводителей сегодня очень высокие – 8,5 миллиона тонн, что на 38% выше, чем в прошлом году, на ту же дату – 1 апреля. Конец мая, начало июня – последняя удачная возможность для аграриев продать пшеницу, напоминает Совекон. Сенсацией этой недели стал новый прогноз Минсельхоза США по сбору пшеницы в России. USDA считается одним из главных мировых глашатаев, который задает тон всему зерновому рынку. И вот Минсельхоз США на этой неделе сообщил, что в этом году пшеницу в Россию будут убирать с рекордной площади, а потому может быть достигнут рекордный валовый сбор культуры – 85 миллионов тонн. Это чуть меньше, чем в прошлом году, когда Россия намолотила 85,9 миллиона тонн пшеницы. Российские эксперты поразились такой оптимистичной оценке. Институт конъюнктуры аграрного рынка, например, ожидает, что сбор пшеницы составит всего 79 миллионов тонн, Совекон – 81,7 миллиона тонн, а Российский зерновой союз уверен, что сбор пшеницы не превысит 82 миллиона тонн. И это с учетом Крыма. Гендиректор аналитической компании «Про зерно» Владимир Петриченко считает, что прогноз Минсельхоза США очень высокий и слишком оптимистичный. Андрей Сизов предположил, что американские аналитики, возможно, слегка запутались в российских площадях озимой пшеницы. Эксперт отметил, что такие зимы и осени, которые мы наблюдали в этом году, не проходят даром. И те, кто видел, как аграрии пересевали поля в центрально-черноземной зоне, согласятся. Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook. Правительство России продолжает размышлять, кто виноват в продовольственной инфляции и что с этим делать. По данным Росстата, на 4 мая продовольственные товары с начала года подорожали на 6,6%. Несмотря на то, что в апреле рост цен замедлился, продукты питания в России все равно дорожают быстрее, чем непродовольственные товары или, например, услуги. На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин отчитывался о работе правительства перед депутатами Госдумы. Он отметил, что профильные ведомства сделали все, чтобы рост цен сдержать. Ввели экспортные пошлины, ввели субсидии для производителей муки, хлеба, сахара, подсолнечного масла. На это дополнительно было выделено из бюджета около 15 миллиардов рублей. Мишустин признался, что результат этой работы никого полностью не устраивает. Но если бы не принятые меры, то обсуждать пришлось бы сейчас не их эффективность, а взрывной неконтролируемый рост цен. Одной из причин, почему растут цены на продовольствие, премьер назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей. Они, по словам Мишустина, решили нажиться на ажиотажном спросе во всех сферах. Глава КПРФ Геннадий Зюганов ответил на это, что у правительства в действительности нет никаких регуляторов цен, а торговые сети на 90% принадлежат иностранцам. Между тем, торговые сети, замечают эксперты, сейчас испытывают колоссальное давление со стороны контролирующих органов, которые добиваются, чтобы цены на полке не росли.
В связи с этим некоторые торговые сети, например, «Лента», накануне майских праздников предложили поставщикам продуктов, в основном речь идет о продуктах первой необходимости, воздержаться от повышения цен, как минимум до конца сентября. Обращение было направлено поставщикам таких категорий, как мясо, рыба, масло, молоко, сахар, хлеб, крупа, макароны и картофель. Спикер Госдумы Вячеслав Володин собрался поставить точку в споре о вреде пальмового масла. 11 мая на очередном заседании парламента он поднял вопрос о возможном ограничении использования этого жира в пищевых продуктах. Володин отметил, что многие говорят о вреде пальмового масла, однако насколько оно действительно вредно или наоборот полезно, до сегодняшнего дня никто окончательного ответа не дал. С 1 октября 2019 года для пальмового масла были отменены налоговые льготы. В частности, НДС, который раньше рассчитывался как НДС на пищевые продукты 10%, был увеличен до 20%. По словам Володина, импорт пальмового масла после этого немного замедлился, но сейчас все равно растет. Например, в январе 2021 года масло ввезли на 18 с лишним процентов больше, чем в январе 2020 года. А если же брать весь первый квартал нынешнего года, то Россия импортировала свыше 251 тысячи тонн пальмового масла на общую сумму 246 миллионов долларов. То есть в физическом весе ввоз пальмового масла увеличился на 9%, а вот в денежном выражении почти на 38%. Такие данные 12 мая обнародовала Федеральная таможенная служба России. Примечательно, что сразу после того, как Володин заявил о возможном ограничении использования пальмового масла в продуктах, в газете «Известия» вышло интервью с диетологом, научным сотрудником Федерального института питания и биотехнологии Натальей Денисовой, которая сказала, что само по себе пальмовое масло не является вредным, хотя вокруг него ходит множество мифов. Она также указала, что в пальмовом масле содержится ценная пальмитиновая кислота. Это одна из составляющих женского грудного молока. Именно поэтому иногда пальмовое масло начинают добавлять в смеси для искусственного вскармливания детей. Это интересно, чем эта история закончится, потому что пальмовое масло давно вошло в нашу жизнь, прочно вошло, оно стало не только частью нашего рациона, но также частью диеты молочных коров. И, конечно, если будут вводиться какие-то ограничения на его импорт, то это отразится и на молочной сфере тоже. Продажи российской сельхозтехники за рубеж в январе-марте текущего года выросли больше, чем в два раза, сообщила ассоциация Росспецмаш. Среди основных покупателей нашей сельхозтехники не только страны бывшего СССР, но также страны Евросоюза. Экспорт растет благодаря слабому рублю, который сделал нашу технику весьма конкурентоспособной на мировом рынке. Особенно востребованы были полноприводные сельскохозяйственные тракторы, отгрузки которых выросли в 2,8 раза, плуги, их продажи выросли в 2,4 раза, пресс-подборщики в более чем в два раза выросли продажи, боры на 88% и зерноуборочные комбайны. Отгрузки этой техники выросли на 46%. Среди стран ЕС наиболее сильно увеличился экспорт в Литву, больше чем в 5 раз, в Германию, тоже в 5 раз, в Болгарию выросли отгрузки на 65%, на 60% в Киргизию, а также в Монголию и в Польшу. Развитие экспорта не может не радовать наши заводы, хотя они отмечают, что есть факторы, которые могут подвергнуть риску как развитие экспорта, так и продажи сельхозтехники на внутренний рынок. Речь идет, конечно, о ценах на металл. Как сообщала ассоциация Росспецмаш, в этом году металлургические компании подняли цены на некоторую свою продукцию на 50-80%. Это, конечно, сказалось на производителях сельхозтехники.
Последняя новость могла бы быть плохой, если бы не Минпромторг России. Речь идет о программе 14.32. Как вы знаете, эта госпрограмма позволяет производителям сельхозтехники продавать свою продукцию со скидкой 25%. Эту скидку впоследствии заводам компенсирует государственный бюджет. Программа 14.32 за все годы своего существования была очень востребованной. И так получалось, что средств всегда выделяли меньше, чем требовалось рынку. При этом бюджету приходилось пересматривать, перекраивать свои расходы и денег добавлять. Так, например, в 2019 году на льготную программу закладывали 11 миллиардов рублей, но их не хватило, и впоследствии финансирование увеличили до 14,5 миллиардов рублей. В прошлом году сначала запланировали 10 миллиардов, но в итоге бюджет все равно выделил 14 миллиардов. Ну, в этом году история повторяется. Правительство выделило 10 миллиардов рублей. Эти средства уже практически исчерпаны, отметили в ассоциации Росспецмаш. Поэтому производители сельхозтехники попросили, чтобы правительство добавило финансирование. По подсчетам Росспецмаша потребуется около 5 миллиардов рублей. Минпромторг в целом с этой оценкой согласен, готов добавить на программу 14.32 4 миллиарда рублей. Минпромторг уже отправил письмо в правительство и просит, чтобы эти деньги все-таки нашли. Ну, мы надеемся, что программу 14.32 в этом году поддержат. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с нами, пишите, что вас волнует в комментариях. Всего доброго!